Каким смыслом наполнено творчество династии художников? Они помогают городу жить именно одухотворенной такой интересной жизнью. Как помог сыну в начале его пути опыт отца? У меня была такая база, такой вот мощный фундамент, с которого я стартанул. То есть, говорит, на плечах великих. Вот да, я на папиных плечах фактически и пошел дальше. Что оставляет в дар молодому поколению признанный мастер? Сказали, на, владей волшебной скрипкой. Ну и вот владею. Смотрите программу «Профессия по наследству» 27 сентября в 19:40 на телеканале «Самара ГИС».